Без музыки довели до конца. Финалист 6-го всероссийского конкурса концертных программ в городе Хабаровске. Руководитель Ерёмина Ирина Петровна. Жестовая песня «Мой бой» исполняет Оленьков Кирилл. Я русский, я иду до конца. Это мой бой!
танец «Топотуха» исполняет народный коллектив хореографического ансамбля «Любота», руководитель Марина Шилова. Маленьким любителям искусства. Народный коллектив, хореографический ансамбль «Звездный экспресс», руководитель Татьяна Афонина. Бывает
крылья у художника и у портных, и у сапожников, но лишь художники открыли, как простают эти крылья, а простают они так, из ничего, из ниоткуда. Нет объяснения у чуда, и я это не мастак. Нет объяснения у чуда, и я на это не мастак. И я на это не мастак. Финалисты 6-го всероссийского конкурса концертных программ в городе Хабаровске. Thank you.
первая песня «Мир непрост». Финалисты 6-го Всероссийского конкурса концертных программ в городе Хабаровске. Мир непрост, совсем непрост. Нельзя в нем скрыться от боли и от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг и от разлук, от горьких разлук. Ни круги бед, ни прошенный бед. Есть в мире звезды и солнечный свет. Есть дом родной и тепло огня. И у меня есть ты, у меня все, что в жизни есть у меня. Все, что радость. Всех участников Всероссийского конкурса концертных программ, кто ездил в город Хабаровск. Сейчас приятный момент. Переходим к награждению. Вручается диплом Татьяне Большовой за участие в первом зональном этапе 6-го Всероссийского конкурса концертных программ.
Дипломом награждается Елена Губенко за участие в первом зональном этапе шестого всероссийского конкурса концертных программ. Награждается дипломом Ольга Досик. Награждается дипломом Иван Дубровский. Награждается дипломом Полина Ефимова. Награждается дипломом Марина Иванчикова. Награждается дипломом Екатерина Куликова. Награждается дипломом Кирилл Оленьков. Награждается дипломом Геннадий Павлов. За участие в первом зональном этапе шестого всероссийского конкурса концертных программ награждается Павел Петров. Дипломом награждается Людмила Фетисова. Скажем большое спасибо всем участникам концертной программы. А наше мероприятие продолжается. Язык. Они общаются с помощью жестов и мимики, а не с помощью речи. Жестовый язык своим разнообразием ничуть не уступает обычному разговорному языку. Удивительно, но факт. Глухие люди могут легко объяснить жестами иностранцу или незнакомому слышащему человеку, как слово «как спать» — это ладошка на щеке. Письмо чертить на ладошке. Позвонить. Трубка телефона. Например, машина, руль и так и тому подобное. Дорогие друзья и гости нашего праздника, давайте сейчас и здесь продемонстрируем свои возможности и способности к общению с людьми разных языков. Итак, начнем с игры. Ирина Петровна, мы вас ищем, подойдите, пожалуйста, к нам. Итак, начнем с игры «Волшебное слово». Каждый вежливый и воспитанный человек говорит слова, которые мы с детства называем волшебными. С помощью этих слов можно даже грустному и обиженному человеку вернуть хорошее настроение. Волшебные слова мы покажем на жестовом языке. А вы догадайтесь, какое волшебное слово нужно сказать, и запоминайте. Ты говори, давай. Растает даже ледяная глыба от слова теплого. Спасибо. Запоминаем слова. Спасибо. Слово — это словно ключик. Золотой и сказочный, словно самый светлый лучик, звать его «пожалуйста». Слово «пожалуйста», жест «пожалуйста», запоминаем. Человек вежливый и развитый говорит, встречаясь: «здравствуйте». Жест «здравствуйте». И во Франции, и в Дании на прощание говорят «до свидания». Жест «до свидания». Все запомнили жесты? Повторим. Жест «спасибо». Молодцы. «Пожалуйста». Жест «здравствуйте».
Молодцы. До свидания. Здорово. Когда вы видите человека, жестикулирующего с другим человеком, поприветствуйте их жестом «Здравствуйте». Вам обязательно кивнут в ответ и улыбнутся, означая благодарность. Продолжаем. Следующая у нас игровая программа с играми «Крокодил» и «Пойми меня». Ждем 5 минут. Желающие, да, артисты наши сейчас переодеваются, желающие поучаствовать в играх с глухими людьми, пожалуйста, участвуйте. Общероссийская общественная организация инвалидов, Всероссийское общество глухих, Тульская региональная деревня. Точно не знаете, что у вас написано? Ой, я покажу, просто не голос. Я покажу. Вот, кстати, смотрите. Русская азбука. Да, вот такая азбука. Интересно. А, дактильная азбука. Вот как называется. Красота. Вот такой концерт был, ребята. Всем пока. Вот, ребят, смотрите. После концерта мне вот подарили такую вот азбуку. Азбука календарик. Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества глухих. Вот так вот. И здесь вот такая азбука. Учи русскую ручную азбуку, чтобы начать общение с глухими. Представляете, вот я даже не знал, что такая есть азбука. Вот так вот, ребята. В общем, сегодня день глухих. Вот так вот. Красота. И вот был такой в Кремле такой был концерт. Вот я на него случайно попал. Даже не знал, что сегодня день глухих. Вот так вот. В общем, ребята, учите азбуку, будете понимать глухих. Всем пока.